Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп», меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи 1 июня. Овен. Сегодня вы можете ненадолго потерять связь с реальностью, так что контролируйте свои фантазии. Телец. Сегодня хорошо заняться самоанализом, уединившись где-нибудь в уголке с чашкой чая. Даже если толку анализ не принесет, хотя бы чая напьетесь. Близнецы. В этот день у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться. Рак. У вас немного разыграется воображение. Не так, чтобы уж совсем до розовых слонов, но порядочно. В связи с этим не стоит нынче кого-либо в чем-либо убеждать. Лев. В этот день облака перед вами рассеются, и вы увидите, насколько необоснованными были все ваши страхи и переживания. Можете смело начинать любое дело. Вы непременно с ним справитесь. Дева. Этот день потребует от вас готовности сохранить невозмутимое выражение лица. Какие бы эмоции вы при этом не испытывали. При любых условиях лучше идти на компромисс. Весы. В этот день, заметив пару чертей, не пугайтесь за свое здоровье. Просто у вас откроется дар видеть то, что другим видеть не дано. Скорпион. Вас будут отчаянно отвлекать от исполнения обязанностей, а затем корить за то, что вы что-то не успели сделать. День чреват скандалом. Стрелец. У вас может появиться впечатление, что окружающие поголовно впали в детство. Единственное, что в такой ситуации можно сделать, это присоединиться к ним. Козерог. Куда бы вы ни шли, от себя все равно не убежите. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой обдумать давнишнюю проблему. Водолей. Ваша личность неожиданно окружится таинственностью и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно. Рыбы. Этот день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь. Пусть даже вы не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.